тишиною. Везде происходят какие-то боевые действия, что-то взрывается постоянно. И ну, для детей, конечно же, это очень страшно. Неужели для того, чтобы понять, что мы должны любить и понимать друг друга, нам нужно видеть трупы людей? Хотелось, чтобы всегда был мир над головой. Везде царила доброта, любовь. Ну и в общем, вообще, чтобы взрослые хотя бы находили какое-то решение к тем проблемам, которые в наше время присутствуют. Наш главный посыл к людям, которые устраивают беспорядки, чтобы они как можно скорее заканчивали это делать, чтобы, как я говорил, царил мир над небом и нигде не было никаких войн, ведь война, она как чума, она везде, но только ее надо устранять.